Московский парк Горького закрылся и отменил все мероприятия. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу подробности. РИА Новости сообщает, что в Москве с 26 марта закрылся парк Горького. В пресс-службе парка отметили, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменены все развлекательные мероприятия. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение гражданами ВДНХ парка Горького, Зарядье, усадьб Царицына, Коломенское, Сокольники приостанавливается с 28 марта по 5 апреля. В пресс-службе сообщили, что уже недоступны для посетителей территории партера, нескучного сада, музеона и Воробьевых гор, которые входят в состав парка Горького. Закрыты зеленая школа, музей парка Горького, смотровая площадка, сувенирный магазин, лекторий, вернисаж в музеоне. Отменены все развлекательные мероприятия. Об открытии парка сообщат на официальном сайте и в соцсетях. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!